Sorry, bro. Смотри, да! Смотри, круто, мам! Смотри, мам! Ай, как круто! Мама, ты знаешь, когда ты сейчас уезжаешь? Ты даже не знаешь, куда ты едешь, мамуль! Маша, Маша, ты сейчас прям со своего? Давай, так, что, говори! Да, скажи, что ты делаешь. Знаете что? Ну, как я могу сказать? Да? Я со своего аккаунта, смотрите, как красиво. Какой у нас отдых. У меня в номере лежат похожие, но немножко другие. И кто-то тоже получится. Сумочки ты имеешь в виду? Да. Ай, да, какая здесь красота. Вот я. Закрой. Мамочки, сегодня 71 год. Вы представляете? А, меня не видно? Или меня видно? Кого видно? Просто солнце. Кого видно здесь? Мамуля, все так рады за тебя. Все ждут твоего эфира. Тебя показываются. Так, дорогие друзья, кому-то сейчас поедут вот эти вот сумочки. Смотрите, какие красивые. Одна, вторая и еще 8 дома. Просто вот нужно вот здесь забрать ребят. И все на этом. Дорогие друзья, вот осталось 10 человек буквально. И все. И мы сейчас едем с мамочкой на сафари. Я так счастлива. Прямо сейчас. Она об этом не знала. Я сделала подарок на день рождения. Я ей заказала сафари. Это мы поедем в пустыню и будем там скакать с животными. Вот. Или как это? С кем? Я даже точно не знаю. Я так нервничаю. Но ничего. Я думаю, я мы купили... Нет, смотрите на маму. На маму смотрите. Давай, вылезай. Вылезай, мам! Мам, ну вылезай уже, а! Ай, какая красота! Мам! Нет! Давай решим, кому сумочка, одна, вторая, мам! Моя сумочка розовая! Моя розовая! А, ну моя желтенькая, давай решим! Это дети мои! Это дети мои! У нас же другие специально у нас лежат. У нас специально лежат другие. Это тебе подарок был. А у нас лежат. Нет другие. Такого. Подожди, это тебе подарок. А и мне. Нет, нет. Как приятно. Маш, покажи, как я сейчас туда пойду. Стой, подожди. Вон, стой, душ. Зай. Вон он душ. Так, сейчас пойду. Сейчас. Я вам маму покажу, ребят. Я вам маму покажу, короче. Смотрите, пена летит. Вот, она на нее наступила. Мама, аккуратно. Маме сегодня 71 год. Видите, супер. Около кабаны есть вот такой душ. Мам, тебя поздравляю с днем рождения все. Спасибо, любимая, так приятно, честно, от души. Пойдем. Так, у нас, смотрите, еда пришла. Пицца, салат, красота. Так, дорогие друзья, у нас осталось 4 человека, о, 6 человек, давайте быстрее.
6 человек, и мамочка кого-то порадует. Вот ее аккаунт. А, блин, этого аккаунта не могу найти. Мам! Это пипец. Быстрее держи. Пицца остывает. Я не могу твой аккаунт найти. Как не можешь? Пиццу принесли, такая вкусная. Шикарная. Знаете, надо себя чувствовать молодой. Вот насколько хотите. Ну, сейчас. Так. Что-то, Маша, кто-то пишет тебе вот. Ой, Саргарян. Маш, вот это вот, дети хотят вкуснешки, Маша. Машуль, можешь деткам? Слушай, слушай. Так, дорогие друзья, как круто здесь отдыхается. Так, покажи сумочки наши. Так, вот мамин аккаунт. Вот мамин. И вот ее ребятки. И вот тут. Ой, стало, смотрите, 4 человечка. Так, и кому? Мамочку, в честь дня рождения сумочку. В честь дня рождения сумочку, мамуль. Так. Кому? Ну, Маш, во-первых, сейчас срочно на вкусняшки. Тише, тише. Так, вот мамин аккаунт. Я так боюсь, что твой телефон, не дай бог, сейчас сядет. О, нет, не сядет. Не знаю. Не сядет, мам. Ты что ешь? Пиццу. Знаете что? Маш, пожалуйста, это очень прошу. Ау. Найди на вкусняшки. Мамуль, ты знаешь, куда мы сегодня уезжаем? Куда? На сафари. В пустыню. Ну, Маш, это же ужас. В прошлый раз, когда мы были, это же машины бешеные, на бешеной скорости. Ой, как... Не бойся! Мам, это тебе. Мы через час выезжаем. Я не говорила, я хотела при подписчиках это сказать. Зачем это? Ну, не, ничего. Если ты меня тайком вывезла... Я, может быть, поехала, а так не знаю. Мам, ну не переживай, сейчас поедем. Через час выезжаем. Ну, не волнуйся, у тебя сегодня 71 год. Там будет сафари с животными. Нет, здесь нет животных, Маша, сафари. А кто здесь есть? Ну, это же Египет, это не Африка. Маша, ты перепутала. Ну, сказали, это будет кто-то. Но это в Африке животные. В Африке. А здесь их нет. Ну, а как? Машенька. Давай, я тебя очень прошу. Когда мы... Не бойся, мам. Не бойся. Нет, когда я теперь даже думаю, ехать мне или не ехать, честно. В смысле? Я тебе сделаю сюрприз. Я просто сейчас при подписчиках сказала это впервые. Машенька, почему ты кричишь? Ты опять кричишь. Посмотри, люди отдыхают. Ладно, молчу. Да нет, ты не молчишь. Люди отдыхают. А ты я молчу. Рада, что у меня день рождения. Ты да, так, но тебе 71 год, дочь. 71 год. Не плачь. Да я и не плачу. Чего плакать-то? Теперь уж поздно плакать. Уже 71. Че уже? Ты рада? Ну, очень рада. Сейчас скажешь. Знаешь, что мне хочется? Че? Она, видите, мам, я маму типа решила предупредить. А ты думала, извини, для чего сегодня покупали помимо сумок еще очки и специальные повязки для вот, ну, А-а-а. Волос? Ты думала, это что, прикол? Я думала, просто для красоты. Нет, платочки. Подожди, ты сейчас шутишь, мам? Я думала, такие, знаете, платочки да, красивые. То есть пошли. Ты думала, я тебе говорила, и давайте там очки. С помпончиками? Да. Ты да. Меня вообще в лицо мне тыкаешь. Вот, знаете, такие... Как же они называются? Вот на голову надевать. Она еще мне говорит, повяжите мне. И ей повязали, и закрыли вот так вот. Все закрыли. Я думала просто... Мне это нравится, кстати. Вот, Маш, что мы в пустыню поедем? Или куда? На сафари? Мы ровно через 15 минут выезжаем в пустыню. В пустыню? Да, ровно через 15 минут. Поэтому сейчас выбирай, кому из твоих детей будет радость. Вот. Вот
Что ты спишь? А, у меня что-то не работает не экран. Работает? Вот, смотрите, Ола Нова, вот. И ее ребятки, вот. Вот ее ребятки. Вот они все. 74 ребенка мамины. Вы знаете, что мне приятно? Что да. в Риксосе, мне очень приятно, я вам сейчас скажу, что, покажи, да, я скажу вам. Вы знаете, в Риксосе очень, во-первых, празднуют все дни рождения. Вот мы были в Алякарт, и там, вот у кого день рождения, красивые шарики ставят и дарят торт со свечками. Мама, мы выезжаем через минуту. Уже?